Хотите узнать, что творится в криптомире? А творится много чего, от которого зависит цена криптовалют. А если у вас есть активы блокчейна, тогда вам стоит быть в курсе новостей. Сегодня в ролике вы узнаете, когда распускается Terraform Labs, мультимедийный рынок NFT VAS закрывает стратегический сбор средств и почему сложность майнинга биткоина снизилась. Новости выходят при поддержке биржи Gate.io. Также вы можете следить новостями криптомира в Gate.io, ссылка находится в описании. Лаборатории терраформирования распускают Terraform Labs до того, как Luna и UST рухнут. Официальные документы, которые слили в интернет, показывают, что Terraform Labs в Сеуле и Пусане распались 30 апреля за несколько дней до краха Luna и Terra USD. Terraform Labs Корея приняла решение распуске своих подразделений в Сеуле и Пусане на апрельском собрании аукционеров, согласно с этим документом. Филиал в Пусане был ликвидирован 4 мая, а филиал в Сеуле 5 мая. При этом имя ликвидатора в официальных документах было указано имя генерального директора Квон До Хен. Мультимедийный рынок NFT VAS отказался от первого в истории ситкома NFT с участием Snoop Dogg и Харлема Globetrotters, объявив о завершении своего раунда стратегических частных инвестиций с ведущими компаниями венчурного капитала с блокчейном Jav Capital, NGC Ventures, Skyman Ventures, Infinity Ventures Crypto и Spartan Protocol. Подавляющее большинство сторонников состоит из ведущих компаний в блокчейн-пространстве, чьи портфолио составляет большую часть основы блокчейн-инфраструктуры и инноваций. Первоначальные стартовые инвесторы включают в себя Hubby Ventures, Polygon Studios, HyperEdge Capital и другие. «Мы невероятно благодарны нашим инвесторам за поддержку будущего VAS», говорит Майкл Юрковец, основатель и генеральный директор проекта. «С их помощью мы предоставляем удивительные возможности и впечатления создателям и миллионам поклонников, которые их поддерживают. Если вы хотите начать торговать, тогда стоит начать с Gate.io, потому что биржа входит в топ-7 площадок для торговли и имеет очень легкий интерфейс, а также имеет мобильное приложение. Для новичка самый лучший инструмент, поскольку даже подтверждение личности не обязательно, хотя с ним больше возможностей. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг-комиссии. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошелек или картой. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. Сложность майнинга биткоина снизилась на 4%, что стало самым большим снижением за 10 месяцев. Теперь майнинг биткоин стало легче в течение следующих 2 недель. Поскольку алгоритм корректировки сложности DAA снизился с 31 триллиона до сегодняшних 29 триллиона. Это самое большое падение DAA с 2021 года, когда сложность упала на 5% при высоте блока 691488. Создатель компании WeWork Адам Нойман стоит за новым криптопроектом под названием Flow Carbon. И во вторник проект блокчейн показал, что он привлек 70 миллионов долларов от горстки инвесторов. Исполнительный директор Flow Carbon Анна Гибер говорит, что усилия проекта обеспечивать блестящий финансовый механизм, который создает уравновешивающий стимул для восстановления лесов, оживления и защиты природы. Захватывающие новости из экосистемы Аста. Проект Astray DAO официально объявил о партнерстве с Microsoft. Это партнерство имеет огромное значение для экосистемы в целом. Microsoft Центр Инноваций привносит свои ресурсы и технологии в Astray DAO. Одобрение и коучинг проекта показывает, что технологические гиганты обращают внимание на Аста и создаваемые проекты в сети. Astray DAO – это децентрализованный денежный рынок с полностью поддерживаемой стабильной монетой VAI, которая привязана к доллару США. Корпорация Microsoft сообщает, что готова помочь улучшить данную экосистему в лучшем виде. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.